Привет, Майкл. Помнишь, ты читал мне греческий миф о боге, который изгнал всех своих детей в подземный мир? И как его младший сын, чтобы сквитаться, кастрировал его серпом? Возможно, это слишком. Но я его понимаю. Кэролайн, нам надо ехать к хирургу. Срочно! Что у тебя с лицом? Со мной произошел кошмарный случай. Это ужасно. Это ужасно. Ужаснее не бывает. Ты такой отсталый. У меня есть кое-что. Это моя любимая книга. Майкл лупил меня ею по голове, пока я ее не прочел. Это греческие мифы про всех богов и богинь, которые ревновали и злились, вообще вели себя как самые обыкновенные люди. Иллюстрации классные. Ага, классные. Спасибо. Где ждет мама? В музее Гуггенхайма. А что у тебя с ними? Говорят, я странная. Я иногда отключаюсь. Наверное, когда рисуешь? Да. Это бывает часто. Мадемуазель Флейшман часто щелкала на меня пальцами сегодня. И все смеялись. Они все считают меня уродкой. Мадемуазель Флейшман. Ma petite sourette, une уродка? Mon Dieu, sacré bleu. Французский тост. А как ты маме объяснишь насчет лица? Что я пострадал за справедливость. Думаешь, поверит?